Всем привет. Вот я в Сумгать приехал. Сейчас вам покажу. Это 16-й квартал. Старый квартал в Сумгате, 16-й. Вот там первая школа. Вот кто-то учился в первой школе. Здесь. Вот здесь было раньше кафе. Она была. Мать и дитя кафе. Вот это место. Вот это кафе. Мать и дитя было. Как называется? Анна Бала. Вот она без солнышка там даже остался. Напротив первая школа. 16-й квартал. Вот. Анна Бала. Это мать и дитя. Это кафе было. Это первая школа. Это первая школа, кто-то учился напротив 16 квартала. 16 квартал, и это 29 квартал. Вот этот вот, на 29 квартал первая школа. Кто там учился? А это 16 квартал. Вам покажу 16 квартал заново. Уже. А это дворик 16 квартала. Квартал, здесь такие двухэтажные дома стоят. Может кто свой дом вспомнит здесь. Что, 16 квартал? Самый старый квартал. 16. Напротив уже идет третий квартал. И 29. И вот там напротив уже, через дорогу уже третий квартал. Это все 29. Через дорогу уже идет третий квартал, а это 16. Так вокруг я пройдусь. После 16 квартала уже идет 4 квартал. А вот через дорогу это третий квартал. Все, вот это закончился. 29 квартал. Вот начинается третий квартал. И вот 4 квартал. А я вот так пройдусь. Через дорогу уже это 4 квартал. Это все 16. Так иду. Здесь можно дома вспомнить. 16 квартал. Здесь возик. Это кто здесь жил? Раньше. В таких трехэтажках, двухэтажках жили. В старых домах. За деревья так немного не видно. Это все 16 квартал. Здесь только трехэтажки. И двухэтажки. Двухэтажки со стороны 4-го квартала. А улица не заметна, там идут трехэтажки. Двухэтажные дома. Такое здесь красивое дерево. Желтое. Здесь настоящая осень. Вот это детский сад. 16 квартал. Кто-то, может, ходил сюда? Это детский сад. Здание здесь, детский сад. Сейчас не знаю, что за здание. Вот такое здание. Наверное, детский сад был. И, наверное, это детский сад в Кирпеляеве. Вот такие здесь отсылки, старые дома остались. Напротив 4-го квартала.
Вот эти двухэтажные так остались. Вот сниму их. Останется от них память. Они уже потихоньку сносят уже двухэтажки. Вон там уже видно, новостройки же. Вот эти вот такие у нас везде поставили, эти будки маленькие. Это сюда, кому дома не нужны одежда, обувь, сумки, вот одежда, куртки, все вот сюда приносят. Вот, кидают в этот ящик. Вот такой ящик. Сунгайте. Вот такие же новостройки уже стоят. Вижу. Места вот этих двухэтажек. Дом 14, дом 26. Какой-то, наверное, жил. Это напротив 4 квартала. Это все 16 квартал идут. Сейчас это двухэтажки тут. Сейчас сойду во двое. Во двор. 16 квартал, двое покажу. 16 квартал. Может вспомните свои дома и двор. Увидите свои. Может двухэтажки так. Вот так она востоку стоит. Здесь вот так. Через два пойду. 16 квартал. Вот такие двойки здесь. Можешь? Стойки, вот такие новостройки же стоят. Можете вспомнить свой двор. Узнаете свои дома. Так. Старый 16 квартал. Дом 17, дом 27. Так, пойдусь. Долги идти. Вот такой сейчас. Вот это одна, это котельня. Это котельня, кто-то стала. Стала котельня. 16 квартал. Двухэтажки. Им сколько лет? Сейчас на здании уже. На здании уже не было написано. Вот такие здания ставили. 16 квартал, очень много старых зданий. Двухэтажки, трехэтажки. Вот такие дома. Такие старые здесь дома. 16. Это самый старый. 16 квартал. Вот такие. Может вспомнить свои дома здесь. Это 16 квартал. Сейчас как свет. Столб горит так красиво. Весь свет попадает. Вот здесь уже новое здание стоит. Такие дома здесь. А вот там через дорогу уже 34 квартал. Это уже к базару. Вот еще здесь. Напротив 34 квадрата. Такие дома здесь. Там уже 34. Зайду во двор. С той стороны. Вам покажу.
сейчас так покажу. То есть что-то квартал. Ну, здесь оставаться делать эти здания. Уже красить их. Вот. Оставаться делать. Какие дома здесь останутся? Много останется зданий. Оставаться делать их. Так, здесь пройдемся. Местная стройка. Старый дом. А, здесь вот это здание. Сколько здесь парк будет? Здесь даже написали, что 16 квартал. Здесь будет парк. Вот эти здания снесут. Вот эти все здания, это все снесут. Здесь будет парк. Вот эти вот эти домов, если домов, это будет здесь парк. Вот как внутри это здание посередине, как и дома попадут, плавно будет. Уже здесь. Вот это все будет парк. Здесь уже здание снесли. Что здесь старые дома? Будет парк. Какие дома двухэтажки стоят. Там уже написать, что будет парк. Снесут. Вот так, это все 16 квартал. Вот так. Вот эта часть, это все будет парк. Вот эти двухэтажки, это все будет парк здесь. Вот это все. Будет сносить, уже будет парк там, вместе этих двухэтажек. А какие боковые слева справа здания будут оставаться, они останутся. Может, свой дом увидите здесь. Так, хорошо, по этим. По два 16 квартал, самый старый квартал. Сколько это лет? Такие здесь дома. Может увидеть свой дом. Тут здесь жил. Зато память останется. Эти дома. 16 этажек. 16 квартал. Эти двухэтажки. Так. Уже темно. Вот так. Многие вспомнят здесь. Это на главную улицу вышло 20 января, 16 квартал. Между 16 квартал, через дорогу, это 34 квартал.